Президент Сердар Бердымухамедов по случаю широко отмечаемого в нашей стране национального праздника туркменского скакуна вручил профессорско-преподавательскому составу Международной академии коневодства имени Аба Анаева, ученым научно-производственного центра коневодства, а также коневодам города Аркадак ключи от новых квартир в современных жилых домах, возведенных в новом городе и рассчитанных на 120 семей. Глава государства поздравил коневодов с новыми квартирами, адресовав добрые пожелания.